Гастарбайтеров перестанут принимать на работу, если они не умеют говорить по-русски. Через 2 недели, 1 декабря, вступят в силу изменения в законодательстве о мигрантах. Без базового знания русского языка они не смогут трудоустроиться даже в сферы обслуживания ЖКХ и торговли. В Свердловской области именно в этих сферах трудится достаточно много иностранцев, поэтому сдавать государственные тесты по-русскому придется десяткам приезжих ежемесячно. Всего, по данным миграционной службы, за первые 10 месяцев 2012 года от пограничных органов к ним поступило почти 158 тысяч заполненных миграционных карточек. Фактически столько иностранцев ехало за это время на территорию Свердловской области. Конечно, не все эти люди приехали с целью остаться и трудоустроиться. Разрешение на работу за тот же период оформлено немногим более 19 тысяч, в 2 раза меньше, чем в 2011 году. Тем не менее, в Екатеринбурге иностранных граждан на сегодняшний день проживает очень много. В некоторых микрорайонах появляются целые кварталы, где живут диаспорами, рожают детей, которые идут в обычные екатеринбургские школы. Поэтому, по мнению жителей города, знание русского языка только облегчит жизнь и самим приезжим. На сегодняшний день екатеринбуржцы смотрят на мигрантов неоднозначно. С одной стороны, выполнять тяжелую работу за небольшие деньги никто из коренных жителей не согласен. С другой, многих настораживает тот факт, что количество иностранной рабочей силы на улицах увеличивается с каждым годом. Если они себя ведут нормально, то нормально. А если они борзеть начинают, то, естественно, не совсем толерантно. Ну, кто-то терпимо, кто-то нетерпимо. Тут не может быть единого мнения. Думаю, что проблемы есть, конечно. Не забывать, что все мы люди, и все можем оказаться в такой же бедственной ситуации, как они, приехавшие к нам сюда за заработком. Если же говорить о том, уменьшится ли с принятием закона количество желающих заработать в Свердловской области, то специалисты уверены – уменьшится, но незначительно.